Год назад по поручению президента России Владимира Путина создан фонд помощи семьям погибших бойцов и ветеранам специальной военной операции «Защитники Отечества». Его филиалы появились почти во всех регионах страны. В Подмосковье одним из первых открылся в Люберцах. Более подробно расскажет Богдан Колесников. Десятки люберчан ежегодно обращаются за помощью в Государственный фонд «Защитники Отечества». В округе специализированный центр, где оказывают помощь участникам СВО и их семьям, возглавляет Виктор Исаев. Владимир Владимирович Путин специально создал этот фонд для помощи ветеранам СВО, тем, кто уже вернулся домой, и для семей погибших. Конечно, мы оказываем помощь действующим военнослужащим. Виктор Исаев – коренной люберчанин. После окончания 41-й школы пошел в армию, служил в ВДВ. В 91-м демобилизовался, через несколько лет встретил свою любовь. В семье родились трое детей – два сына и дочка. Когда в феврале 22-го президент России объявил о начале специальной военной операции в Донбассе, Виктор Исаев сразу отправился в военкомат. Родные поддержали. Конечно, очень боялись, когда я был на войне, переживали. Ну и очень гордятся. И мне это... Честно, очень приятно. Когда Родина оказалась в опасности, не было даже доли сомнения, что я должен был делать. Виктор Исаев участвовал в спецоперации в составе батальона «Барс-13» на Харьковском направлении. Под Кременной, когда бойцы выходили из окружения, получил ранение в ногу. После госпиталя вернулся домой. Ну, запрос, я пишу профессиональный запрос. Не абы какой, ну, русский. Люберчанин с позывным «Доктор» тоже отправился на СВО добровольцем. Находясь в отпуске, пришел за помощью в фонд «Защитники Отечества». Обговорили различные вопросы, решили различные проблемы. Все быстро, все четко, на связи. Очень здорово и большая благодарность руководителю фонда. Участников спецоперации Виктор Исаев поддерживает и словом, и делом. Навещает тех, кто по состоянию здоровья не может выйти из дома. Чайку попьем, пообщаемся. И он чувствует себя неброшенным. Он знает, что в любой момент он может позвонить в фонд защитников Отечества, и координатор к нему приедет. После тяжелого ранения, полученного в Бахмуте, Константин Харламов с позывным «Хорос» проходит восстановительное лечение в Центре социально-медицинской реабилитации ветеранов боевых действий и инвалидов. Многие проблемы удалось решить благодаря фонду «Защитники Отечества». Виктор Викторович персонально меня выцепил из дома. Сначала просто познакомиться, потом полностью мы заполняли документы на получение удостоверения ветерана боевых действий. Посылают людей на реабилитацию в другие центры тоже, это тоже очень важно. Просто поддержка. Да дофига чем фонд помогает. Вместе с Виктором Исаевым руку помощи готовы протянуть матери и жены участников СВО. Одна из них – Ольга Девитайкина. Мой муж отправился в зону СВО. Он там погиб, защищая нашу родину. Вот. Я как он поехал, я как начала помогать, как бы не останавливаюсь в помощи. Создание фонда «Защитника Отечества» было очень важным. Он помогает не только защитникам нашим, но и мы все сплотились, мы все вместе, мы все рядом. В Люберцах фонд «Защитники Отечества» находится по адресу Октябрьский проспект, дом 120, корпус 3. Работает по будням с 9 до 18 часов. Богдан Колесников, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.